Здравствуйте, дорогие мои! Видео номер 11. Деменшин Алексей Владимирович. Короткие 5-минутные видео о семейных отношениях. Если вам интересно задумываться, анализировать, пробовать, если вы сами размышляли, вот такая прекрасная вам тема для размышлений. Отношения с родителями. Написана одна из первых заповедей, заповеди Моисея. «Почитай родителей своих». Абсолютно правильно. Почитай, значит, относись с почтением. С почтением, значит, относись с уважением, с тактичностью, да? Не нужно родителей фамильярностью какой-то или грубостью ранить. Вы, может быть, не согласны с родителями, потому что родители воспитаны в определенное время, тоже с определенными с детством, с определенными взглядами на жизнь. У кого-то родители коммунисты, он занимается бизнесом. Но если вы занимаетесь бизнесом, а папа говорит, нельзя этого делать, вы соглашаетесь с ним. Скажите, нельзя, папа, конечно, нельзя, не спорьте. Не раньте, родители, занимайтесь бизнесом, но не раньте. Все равно, дорогие мои, мы будем за свои действия и за свои ошибки сами нести ответственность. Не то, что мы не можем сказать, нам начальник велел, или муж велел, или жена сказала, поэтому я так сделал. Есть прекрасный фильм, где главную роль играет Орландо Блум, и там есть ключевая мысль, называется фильм «Царство небесное», там есть ключевая мысль прожить всю жизнь и сохранить чувство совести. И перед Богом мы будем нести ответственность сами, только сами за свою душу, никто. Мы не можем сказать, бабушка мне так сказала, или дедушка мне так сказал. У вас могут быть разные точки зрения с родителями, могут быть. Но если вы имеете свою точку зрения, имейте ее очень тактично. Вот за это да, за это строго, очень тактично, исключительно вежливо. Исключительно почтительно, исключительно учтиво. Мудрый человек, конечно, не спешит с выводами. Он послушает родителей, возьмет паузу, даст время, чтобы эмоции остыли, еще раз послушает родителей, потом сделает вывод. Сгоряча никогда. Если ваши точки зрения не совпадают, сгоряча никогда не возражайте, не спорьте, сразу не принимайте никаких решений. Сгоряча не надо. Когда мы уважаем чью-то точку зрения, когда слова родителей для нас авторитет, это означает, что мы придаем значение этим словам. А если мы придаем значение, значит мы думаем об этих словах. Родители заслужили того, чтобы мы думали о том, о чем они говорят. Нельзя с порога возражать. Нельзя сразу возражать, нельзя сразу отрицать, если их точка зрения не согласна с вами. Вся их многолетняя любовь, десятилетняя забота о нас, она имеет силу и значение, чтобы мы думали над их словами хотя бы пару месяцев. Пару месяцев, дорогие мои, не меньше. Если прошли время, эмоции остыли, вы с разных сторон все поразмышляли, еще пару раз с ними посоветовались, но так и не смогли вы их точку зрения разделить, несите ответственность за свою жизнь, за свои поступки сами. Но уважайте их точку зрения, уважайте. Думайте над ней, продолжайте, даже вы поступаете по-своему. Мало ли, вдруг вы поступаете по-своему, все равно продолжайте думать об их точке зрения. Все равно продолжайте присматриваться к их точке зрения. Вот смысл этих слов. Уважительно относитесь к родителям, вежливо, тактично, раньше времени не загоняйте их в могилу, дорогие мои. Говорите им хорошие новости. Старайтесь приглушать нехорошие новости, более тактично, более мягко. И обязательно думайте над их словами. Вот в двух словах
отношение к родителям. Пусть они будут здоровы у вас и улыбаются, и счастливы, глядя на вас. Так же, как Господь Бог, наши родители, Он любит нас. И Он мечтает только об одном, чтобы мы были счастливы. Также, если вы хотите, ваши родители были счастливы, постарайтесь стать счастливыми сами, чтобы они радовались. Пусть у вас будет благополучная жизнь. Экспериментируйте над своей жизнью. Пусть у вас будет благополучная жизнь, тогда ваши родители будут здоровы. Если они очень пожилые, им нужно чувство, что они нужны. Придумывайте для них всякие просьбы. Я своей бабушке говорю: бабушка, я не могу, мне не хватает, свяжи еще носочки шерстяные, пожалуйста. Яичную скорлупу по три, пожалуйста. Я так быстро кушаю яичную скорлупу, хотя у меня уже много банок стоит, я столько не ем, сколько она мне потрет. Но она чувствует себя нужной. Договорились? С Богом.